Говорят, что блаженство в неведении. Верите ли вы в это? И почему? Незнание ⁇ это блаженство. До тех пор, пока жизнь не проучит вас. До тех пор это блаженство. Сделайте вот что. Поднимитесь на крышу самого высокого здания в Мумбаи. и оставаясь в неведении относительно силы гравитации, прыгните вниз. Вы увидите, какое это будет неземное блаженство, пока вы не врежетесь в землю. До этого вы будете испытывать настоящее блаженство. Вы когда-нибудь прыгали с парашютом? Вам стоит попробовать. Поднимитесь на 7000 метров в небо и прыгните вниз. Это фантастика. Но есть нюанс. Вам навстречу несется земля. Если бы не этот шарик внизу, все было бы замечательно. Не так ли? Поэтому незнание — блаженство до тех пор, пока вы не разобьетесь в лепешку. Но на короткое время — это блаженство. Во что тут верить или не верить? Если вы беретесь за что-то, оставаясь в неведении относительно этого, жизнь вас проучит. Да или нет? Проучит вас жизнь или нет? Тогда почему вы задаете такие вопросы? Разве у вас нет достаточного опыта, чтобы понимать, что если вы попробуете заняться чем-либо, не зная об этом ничего, жизнь вас проучит? Да или нет? Прежде всего, перестаньте жить лозунгами. Почему вы пытаетесь жить следуя лозунгам? Вы должны жить исходя из осознанности и разумности, а не следуя лозунгам. Не так ли? Вы следуете лозунгам, но они для толп, не имеющих разума, чтобы заставить людей верить во что-то и совершать определенные действия. Но это не для жизни. Вы не сможете управляться с жизнью, следуя лозунгам. Это все равно, что вы не хотите применить себя к своей жизни. Вы просто хотите пройти жизнь, не вовлекаясь в нее. Почему вы ищете лозунги, рецепты, советы или философию своей жизни? Просто потому, что вы не желаете участвовать во всех, даже малейших аспектах своей жизни. Скажите, должен ли я поступить так или иначе? не существует так и иначе. Если вы хотите жить хорошо, вам стоит внимательно присматриваться к каждой ситуации, каждому мгновению вашей жизни. Не так ли? Знаете ли вы, что электричество может вас убить? Если вы остаетесь в неведении относительно этого, и сунете палец в розетку. Испытаете ли вы блаженство? Да? Тогда почему вы задаете такие вопросы? Очевидно, что вы знаете об этом. Все это понимают, но не могут отказаться от лозунгов. Потому что где-то есть надежда, что можно прожить жизнь, не вовлекаясь в нее. Нет. Без вовлеченности нет жизни. Без вовлеченности не может быть жизни. И это хорошо. Люди, не знающие вовлеченности, не познают жизнь. Потому что если вы думаете, что эта жизнь не стоит того, чтобы вовлекаться в нее, тогда вам незачем быть живыми, не так ли? Да? Такая феноменальная жизнь. И если вы хотите избежать вовлеченности, вам не стоит быть живыми. Это позор для вашего Творца, что вы не желаете быть вовлеченными в жизнь.